Вы смотрите новости, мы продолжаем. На крючке вербовщиков в Петропавловске обсудили проблемы терроризма и религиозного экстремизма в молодежной среде. Встреча прошла с участием представителей духовенства, образования, народных надзорных органов. Подробнее расскажет Гульнара Кали. Терроризм и экстремизм – глобальная проблема, которая сегодня стоит перед всем человечеством. Подростки и молодежь наиболее уязвимы и подвержены влиянию различных деструктивных сект и организаций. На удочке вербовщиков они попадаются в основном через интернет. Всемирная паутина быстро поглощает тех, кто еще не утвердился в своих религиозных взглядах. Есть три момента, по которым их сразу, да, можно определить. Во-первых, это тот эмоциональный дискомфорт, который возникает, когда общаешься с этим человеком. Далее вся инициатива берется в руки именно этим человеком, и тот, с кем общается, да, то есть оппонент, он не имеет возможности ни ответить, ни вставить слово и так далее. Третий момент – это дефицит времени. То есть требует решения, и какой-то ответ требуется вот здесь и сейчас, именно в этот момент. Иначе потери, ну, со слов манипуляторов, будут очень серьезные. В нашей области таких случаев не зарегистрировано. Ежегодно представители сферы образования, прокуратуры и духовенства проводят с подростками такие встречи. Здесь школьники узнают о последствиях, которые может привести общение в соцсетях с незнакомыми людьми и регистрация в сомнительных интернет-группах. Главное – знать свою культуру и не попасться в секту к террористам. Нам сегодня рассказали очень полезную информацию, спасибо, что такое проводится. Мы как бы, если узнали информацию, мы можем сами себя защитить от этого и выработать иммунитет, можно сказать. А о том, что мы узнали, мы расскажем своим друзьям, знакомым. Также участники встречи рассказывали школьникам, насколько важно правильно толковать постулаты той или иной религии. А еще с уважением относиться к убеждениям и традициям людей других национальностей. Гульнара Кали, Дмитрий Желтышев, новости МТРК.